В России растет количество автоугонов. За первый квартал этого года цифра увеличилась на 20%. А в марте по отношению к февралю почти на 23%. Особый интерес угонщики проявляют к массовым моделям, таким как Hyundai Santa Fe и Hyundai Sonata. Но и премиум-класс тоже под угрозой. Основной причиной преступных посягательств специалисты называют санкции и отсутствие запчастей. Предполагается, что в большинстве случаев украденные машины идут на авторазборы и становятся донорами для других транспортных средств. В Алтайском крае за первый квартал 2022 года правоохранители пока фиксируют снижение количества автокраж и угонов по сравнению с аналогичным периодом 2021. В большей степени в нашем регионе преступным посягательствам подвергаются автомобили отечественного производства, не оборудованные охранными системами. Почему прогнозы экспертов о росте числа угонов автомобилей начинают сбываться и какие модели под большей угрозой, бизнес FM Барнаул рассказал автоэксперт Илья Бедерханов. Ну, любой кризис, он вообще по факту негативно влияет на криминогенную обстановку в общем и целом. Мы ожидаем не только угоны, но и разного рода мошеннические действия с автомобилями. Почему это будет происходить? Здесь довольно-таки все понятно. Дилеры не поставляют новые автомобили в автосалоны, дилеры также не поставляют запчасти. А машины ломаются, машины ездят, их обслуживать нужно. Соответственно, сразу же активизируется черный рынок контрафактных запчастей. Ну и в том числе, чтобы из Китая не везти, потому что с логистикой с Китаем тоже все тяжело. То тогда на внутреннем рынке автомобили угоняются, разбираются и все уходит по разборкам. Относительно свежие автомобили, то есть начиная там с 10-х годов, в зоне риска абсолютно все машины. От масс-маркета до премиальных моделей. То есть если масс-маркет, это Kia Rio, Solaris и тому подобное. Ну и у премиальных автомобилей это то же самое. То есть, если, допустим, сейчас автомобиль 19-20 года выпуска, не дай бог, разбить, мне кажется, запчастей просто можно не найти по всей стране, потому что разборки пустые, за границей еще не так много везут. Что бы я посоветовал бы автолюбителям для того, чтобы их автомобиль не угнали, конечно, это воспользоваться дорогим охранным комплексом, не экономить деньги на этом, а запиратели капота, то есть обращаться в специализированные станции, где знающие люди помогут. А полицейские к этому совету добавляют рекомендацию автовладельцам ставить транспортные средства в гаражи, охраняемые наземные и подземные парковки. Галина Юмашева, Бизнес FM Барнаул.